В Актау выступил творческий коллектив общественного фонда «Мембармен» из Атрау. Коллектив особенный. Здесь играют дети с синдромом Дауна или «Солнечные дети», как называют их в народе. В репертуаре труппы такие произведения, как «Сказки Шахерезады», «Колобок», «Султан Сулейман», «Бременские музыканты», «Муха Цокотуха», «Волшебник изумрудного города». Кроме того, особенные дети исполнили национальные танцы разных этносов. На концерт пригласили детей с особыми потребностями и их родителей. Баллар жалпа. Наши дети очень талантливы. Мы помогаем им через искусство адаптироваться к обществу. У ребят улучшается слух. И в целом, благодаря творческим занятиям, они находят себе новых людей. Развивается коммуникабельность. И чтобы о таких детях узнал весь Казахстан, мы ездим по городам. И вот сегодня приехали в город Актау Мангистауской области. Фонд «Мембармен» был создан в 2018 году. В труппе на сегодняшний день 15 артистов старше 16 лет. Как сообщила Зайда Нугманова, для постановки спектаклей родители нанимают режиссеров и учителей, а затем сами репетируют вместе с детьми. Уже сейчас творческий коллектив фонда является победителем различных фестивалей, в том числе международных. Зрители высоко оценили таланты юных артистов. Сегодня вот мы посетили коллектив «Мембармен». Эти дети солнечные приехали с Атырауской области. Настолько был насыщенный концерт, и я просто в восторге. Я всегда поддерживаю такие коллективы. Я бы хотела, чтобы все-таки у нас в Актау тоже очень обратили внимание на таких детей, и чтобы им создали все условия. Это очень даже хорошо, то что родителям это большой плюс в плане того, что когда их поддерживают именно на местах власти. Будьте керемет, бүгінгі концерт. Это замечательный концерт. Он проходит на высшем уровне. Нам очень нравится. Каждый жест, каждое движение детей в ходе выступления выражает их любовь к жизни. Этот общественный фонд сумел добиться того, что не каждому под силу. И мы благодарны ему за это. У нас в стране очень много людей с инвалидностью. Однако мало таких центров, где бы им оказали поддержку. Поэтому я хочу особо отметить важность деятельности таких неправительственных организаций. Таким образом, судя по отзывам зрителей, в этот день юные артисты вместе со своими родителями одержали очередную победу в борьбе с жизненными трудностями. А главное, показали пример того, как творчество помогает укрепить веру в себя.